И вот информация о последних минутах Архангельского гидрометцентра. В области ожидается штормовая погода. Синоптики обещают осадки, местами сильный дождь, мокрый снег и порывистый ветер. Предстоящей ночью юго-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду. А завтра днем во всех районах ожидается усиление южного и юго-западного ветров с порывами до 23 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Около десятка вызовов за вчерашний день и ночь поступило на пульт северодвинских спасателей. С домов ветер сдирал крыши, не обошлось и без традиционно падающих на машины тополей. О цене сегодняшнего солнца после шторма в нашем следующем видеоматериале. Форд Фокус оказался под тополем после шторма, который охватил город минувшим вечером и ночью. Каково состояние авто после встречи с таким тяжеловесом и во сколько обойдется ремонт, сейчас выясняет владелец. От порывистого ветра на лесной 25 спасателям пришлось демонтировать рекламный щит, который представлял опасность и мог упасть. Также укреплять пришлось и листы на крышах Первомайской 29, Труда 44, Ломоносова 70, Морском 1 и Тургенева 7. На Яграх, на строящемся объекте рядом с Приморским 30, оторвало несколько листов металла от забора. Их также собрали и прижали тяжелыми предметами.